Я благодарен прежде всего Бессону Чиховичу Мецких, почетным гостям, которые к нам постоянно прибывают. Я благодарен спортсменам, которые все-таки в этом турнире смотрят, как улучшить результат уже. Не просто отстрелять, а уже улучшить и перейти из любительской группы выступления в спортивную. Самое главное, чтобы каждый год все собирались так же, как в этом году, и больше людей становилось. Чем больше людей, тем интереснее соревнования.